Всем привет, друзья! С вами Малдер, мы продолжаем играть в Tomb Raider. Сейчас мы немножко тут осмотримся. Нам надо открыть еще две дверки оставшиеся. Ну, проход так и второй двери понятен. А вот к третьей двери, хуй знает куда идти. Где ключ? Где открывашка? Точнее даже, хер знает, механизм открывания третьей двери. Я не знаю, где он. Вообще, надо будет повнимательнее посмотреть. Опять же, тут какие-то стрелы, бляха-муха. Стрелы. Что тут, раз, два, три, что ли? О, блядь, тут все легко и просто. А нам надо вот сюда, вот, кстати, сказать. Сюда. Тут стрелы как стреляют? Обычно, блядь, стреляют. Стрелами, нахуй. Стрелами. Вопросик, а куда же тут теперь... Идти-то нам надо, там пол есть, это замечательно. А мы сейчас спустимся вниз и вон на тот столбец запрыгнем. Ларка, чуть назад. Молодец, красотка, и сюда. Тут у нас еще, блин, вот не хватает фонаря. Сколько я, блядь, какая серия-то уже? Четвертая, что ли, блядь, хер знает, не помню, сбился уж. Вот не хватает фонаря здесь. Дайте фонарик-то, вы че, охренели, что ли? Контрольная точка, ну что-то мне как-то, блядь, что-то я подозреваю, что не все так просто, потому что тут просто рычаг и все, что ли? Ну ладно, быть не может, сейчас нас кто-нибудь ёбнет или еще кто-нибудь выпал. Ёбный рот, нахуй, волки где-то, бляха-муха, волки позорные, вижу, суки, заели, блядь, ты глянь. Волчата, спокойно. Я, блядь, с динозавром справился, неужто с волками не справлюсь? А чё вы? А вот теперь начнется самое интересное. Надо теперь куда-то... Теперь надо как-то будет наверх пробраться. К тому самому рычажку. И как-то еще умудриться нажать. Ну, я думаю, нам это по силам. Погоди. А сюда вот не запрыгнешь? Блин, не запрыгнет она сюда. А как же? Здесь, может быть, отсюда откуда-нибудь. Ох, твою мать. Я чисто на ощупь иду. А куда прыгать-то? Ёбаный рот. А, о! По-моему, я понял. Вроде бы. Сейчас посмотрим, что... Откуда мы можем запрыгнуть? Но мы можем, собственно говоря, запрыгнуть, наверное, вот на этот столб. Бля, что ты не прыгаешь-то? Не цепляешься-то. Ларчонок, блядь, давай мозги не еби нам. Ты не этого, блядь, аудитора, блядь, к счастью. Ты вроде баба адекватная. Ну, где начало-то? Как нам за что-нибудь зацепиться? Где-то должно быть начало. Начальная балка, точка зацепа. Я что-то... А, может, здесь вот? Нет, тоже не здесь. Здесь? Да нет, конечно же. Ну, самое низкое вот это вот. Ну, нет, конечно. Нет, у меня... Единственное предположение, что именно вот при помощи вот этих вот столбов двух надо... А может и не надо. Как же нам зацепиться-то? Ларка, блядь, подскажи. Бляха-муха, я еще тут упал. Ты вот тут не хочешь цепануться? Ну-ка. Нет, не хочет. Не хочет она зацепиться. Где же начало? Начало пути, я понять не могу. Здесь точно нет. А где? Здесь? Да вряд ли. Не, столбы-то на самом деле вроде бы как недалеко находятся. Она может зацепиться за них. Может, но не хочет. Слушайте, нет, действительно не хочет. А как же? А может быть что-то подтащить сюда надо? Подожди, у нас тут нет нихера? Какую-нибудь, может, коробку, блядь, я не знаю, еще что-нибудь. Тут что? Тут ничего нет, никаких коробок. Я не вижу ни хера, правда. Не видно ничего. Ну, как я полагаю, вот путь-то отсюда у нас начинается.
Твою же мать, а как туда зацепиться? Путь-то. Нет. Не отсюда. А откуда? Нет, здесь точно она не зацепится. Опа-на, погоди-ка. Если я пистолетом, допустим, вот тут похерачу все. Нет, не ко мне. Не проканало. Я что-то не вижу просто-напросто. Ну это штырь, это. Это вот туда перепрыгивать. Хорошо. А тут-то, блять. А ну-то как? Ну я не знаю, что-то прям. А может быть нам крючком зацепиться за что-нибудь? А может быть вот здесь зацепиться? Здесь есть зацепочка? Здесь нет зацепочки. Что за нахуй, блядь, подожди, что за херня? Давай вот прямо так вот сейчас цепанемся и все. Нет? Нет? Не хочу, говорить. Слушай, ну это не смешно, ведь нихера. Я уже 7 минут играю, а мы что-то и не продвинулись практически никуда. Давайте внимательно посмотрим. То есть, я... Коробка. Вот видите, блядь. Надо посмотреть просто повнимательней. Повнимательней посмотреть и ебнуться вниз. Коробка там есть, он наверху. Есть коробка. Все правильно. Тут я ничего не вижу, блядь. Где коробка-то? Где-то я же видел тебя. Вот коробка. Ой, блядь. Коробка. Коробочка. Сейчас мы вот туда ее сбросим. Вот. А тут что-нибудь есть? Я даже если что и был, я все равно не увидел. Коробочка. Ну-ка давай-ка сюда коробочку мы сейчас подтащим. Вот к этому столбику. И сможем залезть. Все правильно. Хопа. Вот. Назад. На столбы теперь. Ну и все. Ну и все. Сейчас вот на эту хуергу запрыгиваем. И мы наверху, грубо говоря. Куд, блядь. Твою мать, я. Это я. Не направил ее. Она прыгает туда, куда направляешь. В отличие от Эцио Аудиторе. Будь он неладен. Потому что у Эцио Аудиторе как-то под настроение, блядь, прыгает. Бывает нормально день, бывает нет. Бывает хреново у него все с прыжками. А Ларк вот прыгает именно вот в нужном направлении всегда. Контрольная точка есть. Запрыгиваем сюда. На столб, как я понимаю, надо сейчас назад. Надо будет хуяк. Ага. На другой столб. Только я не знаю зачем. А мы сразу-то не можем, что ли, вот туда запрыгнуть? Подожди, ларчонок. Эх, блядь. Нет, скорее всего. Ладно, здесь мы сейчас быстро пройдем. Тут сложного не. Нет ничего, это я поторопился. Да что, хватит, блядь, ну Ларка, ну прекращай. Да куда ты, блядь, прыгаешь? Давай, залезай на. Залезай ты на коробку, дура, блядь. Вот так стоит похвалить все, нахуй, начинает мозги ебать. Это так в жизни всегда работает. Давай, залезай. Отлично. Назад. Есть. Прыгай, ты чё? А чё ты нихуя? А, во. Прыгнула. Нет, значит, нам надо не сюда. То есть мы сейчас залезаем на столб. По какой хуй, я не знаю. Потом. Перепрыгиваем на... На куда мы перепрыгиваем? А я не знаю. Может быть, сюда?
Там, смотри, что-то лежит, ты глянь-ка, что-то. Патроны, блин, которые нам нахер не нужны. А подожди, а как же нам... Как же нам вот эту хуйню нажать? Кто-нибудь знает? Я не знаю. Стой, подожди. Ну, да. Допустим. У нас контрольная точка там была, да? А сверху можно как-то? Слушай, там сверху можно ебнуться. Тогда пойдемте обратно. Секунду, сейчас мы тут все выясним. Тут может как-то обойти надо все вот это вот ебалу. Может тут что сейчас откроется? По-моему, ничего сейчас тут не откроется, мы просто назад придем. Да, блядь, загадочка. Ну там точно... Там точно какой-то... Или нет? Или не точно? Нет, не точно. Я думал, там какое-то помещение есть. Но его там нет. Я зацеплюсь? Естественно, нет. Да что ж такое? Ну что, опять что ли все заново? Как мне за эту херню-то зацепиться, за этот гребаный рычаг? Я не понимаю немного. Давай, перепрыгивай. Вот, молодец. Прыгай назад. Вот, красавица. Давай-ка обратно. Там куда ты поползла, блин? Прыгаем. Опа, есть. Контрольная точка. Заново. Стоп. Вот даже если мы на столб, допустим, мы запрыгнем. Хорошо, запрыгнули на столб. Запрыгнули на столб. Ну, а на рычаг-то мы... Может быть, нам туда надо прыгнуть? Хорошо, хоть контрольная точка прям рядом с этим вот... С этим столбом. А я не понимаю. А, подожди, может вот так как-нибудь запрыгнуть? Давай, прыгай. Ёбаный рот. Как за рычаг-то, блядь, зацепиться? Как сдохнуть вот, хотелось бы еще. Сейчас бы сдохли, да и все. И начали бы с контрольной точки. Тут проще в натуре сдохнуть, блядь. Да и тем более здоровье я потерял. А здоровье тут очень важное. Очень важный пункт. Нет, ну допустим, ладно, погодите. Я сюда вот пришел, да? Я перепрыгнул сюда. Какой-то пидор, блядь, на улице еще сигналит. Но! Как за рычаг-то зацепиться? Ну давай вот обратно. Так. Вот так вот. Вот, смотри, еще одну воротину открыли. Надо было со столба, оказывается, просто с этого запрыгнуть туда. Ну-ка, давай-ка сюда запрыгнем. А дальше мы зачем куда полезем? Полезем. Давай. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ларка. А там что такое? А, ты не можешь туда залезть? А как вниз-то влезть? Сейчас ноги сломаем. Блядь, сломали. Ладно, хуй с ним, с ногами. Новые вырастут. Как у ящерицы, блядь. Сейчас можем... Ах, твою ж мать, а нам надо наверх ведь. Твою ж, иди, блядь. На столб надо было залезть нам всего-то лишь. Ладно, сейчас залезем, тут все будет... Что уж наизусть знаем. Как тут... Уж не сдохнем я... Как ты не зацепилась? Как ты мимо-то пролетела? Как ты пролетела мимо? Так, допустим, сюда... Чито? Почему? Ларк, ты что делаешь, блядь? Я не понимаю. Так, давай повыше вот залезем, так? Прыгаем. Залезла, да? Молодец. Чуть мимо столба не пролетела, правда, но хер с ним. Главное, залезла. Вот. Сюда прыгаем. Отлично. Прыжок сейчас еще чуть дальше совершим. Вот. Давай. Прыгай, отпускай эту хуйргу. Прыгнули. Ух ты, что тут трюки начала показывать. Знает. Чертовка. Как сделать так, чтобы мужик ее простил. Давай, полезли сюда. Вот. Патроны, блин.
Патроны, блин, у нас там их целая куча. Все, контрольная точка. Погнали обратно. Это что, блядь? Ёбнур, динозавр, нахуй. Ой, он меня укусил. Ах ты мразь. Ах ты тварь. Все, сдох. Он меня куснул немножко. Скотина. Где мне оружие-то найти другое? Вон патронов полно валяется. У кого? Тут, кстати, вот эта вот часть. Там еще один. Вот эта часть больше как-то на исследование именно. А где динозавр-то? Мне померещилось, кто-то зашипел. То есть, если в предыдущий легенд мы с вами... мы с вами... Там сразу какой-то экшон начался. Стрельба. А кто... Собственно говоря, кто шумит? А, динозавр-то внизу. Ты смотри, ну их с тобой. А, дурак, блядь. То есть здесь больше на исследование именно. Это на самом деле не так плохо. По крайней мере, для меня. А, может быть, его ёбнуть? А почему бы и нет, да? Где он? Я его не вижу в упор. Динозаврик. Что? А, он спрятался, скотина. Я попадаю по нему, интересно знать. Я не знаю, стреляю в столб просто. Смотри-ка, попадаем. Попадаем. Неплохо. У нас 7 маленьких аптечек. Контрольная точка. Но я ими пользоваться не буду. Вот, теперь самое интересное. А самое интересное заключается в чем? Да. Самое интересное заключается в том, что я не знаю, куда тут дальше идти. То есть здесь у нас сколько? Два пути, да? То есть там мы были. Здесь мы тоже побывали. Может быть, наверху где-то еще есть какой-то проход. Но судя по всему, он где-то есть. Потому что мы вон туда можем запрыгнуть. Так, Ларк, а ты ноги сломаешь, если тут упадешь? Вот? Нет, тут вроде она не ломает. Нет, не ломает. Не ломает. Тогда, может быть, есть смысл вернуться сюда. Давай, залезай. Сейчас мы тогда вернемся. А, ты тут не цепляешься. А, я что, я туда, наверное, не допрыгну сейчас. Надо будет обязательно воспользоваться. А где? Вот я до крючка не могу никак. Нет, не могу, походу, зацепиться. Нам надо, наверное, я не знаю, куда нам надо на самом деле. У нас последняя дверь, но мы можем вот наверх попасть каким-то образом. А каким? Блять, смотри-ка, там он еще проход есть. А, еще какой-то проходик. Тогда я не знаю, что тут делать-то, блядь, даже. Может быть, есть действительно смысл попробовать туда пролезть. Сейчас мы тогда вот эту ебань передвинем. Ох, красота, блядь, молодец. Все. Сейчас мы ее передвинем вот туда поближе куда-нибудь. Давай, хватай. Ларка, почему по щиколотку тонешь, блядь? Эй, что за хуйня? Сейчас мы передвинем еще маленько. Давай, толкай, что ты мозги ебешь? Сейчас. Спокуха. Где это я? Надо глянуть. Ну, вот, наверное, хватит нам залезть туда. Я думаю. Надо залезть наверх. Я, правда, не знаю, нахера. А мы, по-моему, там еще не были, на самом деле. Я, правда, не знаю, нахера мы это сделаем, залезем когда наверх. Что-то, что мы там увидим, хуя знает. Ой-ой-ой, молодец. Зацепилась. Потому что... Что-то там я вроде бы... А, мы за столб, но за этот вроде не смогли зацепиться.
Может быть. Кстати, кстати. Я упал. Кстати, кстати. Спокуха. Давай цепляйся. Зацепишься? Зацепишься, конечно, зацепишься. Молодец какая. Сюда. Сюда. Эй, что ты не прыгаешь-то? Эй. Сюда. Но там нету ничего. Я вот что-то не помню, мы там были или не были на этом постаменте-то. А, так, давай сюда запрыгнули, да? Там проход. Там проход, это точно. Нахуя он нам нужен? Ну погоди-ка, а мы вот эту херню не можем сбить? Нет? То есть это просто как... А, стой, 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 точно, блядь! Наверное. Мы сейчас цепляемся. Да? Где эта хуйня-то? Мы цепляемся. Наверное, надо зап... Я что-то даже не знаю, куда нам надо, если честно. Пиздец. Пиздец. Так, надеюсь, у нас вот это... Ёбаный рот. Надо опять будет двигать. Ну, судя по логике. Судя по логике, куда мы сможем попасть при помощи этой балки? Я думал, она запрыгнет вот сюда. На вот эту вот херню. Но нет, она не запрыгнула. А куда еще? И вообще, в принципе, зачем она нужна, эта хрень? Этот крючок. Тут, ну, понятно, там висела вот эта штука, которая упала. Но крючок-то остался как бы в действии, как бы действующим, да? По кой хер? Спрашивается. Я не знаю, куда идти. Как открыть третью эту дверь? Третью вот эту вот дверь. Ну, куда я прыгну? Может, тут что-то нажать просто надо, и все. Может, кнопка. Ларк, ты, блядь, тут... Три штуки тебя таких пролезет через эту вот ячейку. В решетке. Блядь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ишь, как быть? Как быть? Я честно не знаю, что делать. Где еще рычаг? Где еще... Еще проход? Ну-ка, подожди, а если мы вернемся сюда? Ну, здесь рычага-то быть не может, это 100%, это мы просто сейчас назад вернемся. Ну, попробовать стоит. Попробовать в любом случае стоит, как бы. Потому что я действительно не знаю, куда идти. Ну, это мы сейчас уже наружу выберемся, ведь правильно? Да, тут уже вода. Тут уже вода. Здесь мы были. Контрольная точка. Это на самом деле интересно. Решить вот эту вот головоломку. Но я вот, вот в этом помещении, надо сказать, что я лично... Блять, ёбана. Слушай, откуда у меня здоровье полное? То есть на контрольных точках оно восстанавливается, что ли? Выходит так? Скорее всего. Потому что меня динозавр поебал, блядь, да я еще упал плюс ко всему там. Ну, по всей видимости, да, так и есть. Значит, надо будет проверить этот... этот факт. Смотрим. Ну а как нам вот, слушай-ка, так а может ее надо ебануть, вот эту хрень? А точно, она же упадет. А как это сделать? Стоп. Мы зацепимся за рычаг и сможем подняться вон в ту комнату наверху. Блин, а как ее ебануть-то? Нет, не так. Погоди, погоди, погоди. Ларка, нам надо как-то крючок захерачить. А этот крюк мы можем заебенить. Наверное, сверху, вот оттуда. А чё я так раньше-то не додумался сделать? Секунду. Давай прыгай. Блять. Ну, ладно, хуй с ним. Контрольная точка будет. Заодно посмотрим, становится или нет. Давай, бери эту хуйню. Покатили.
Сейчас мы на нее залезем, и там все видно будет. Что за херня-то, блядь, ёпта, блядь, куда я ее поволок-то? А, я застрял. Просто-напросто. И все. И все проблемы будут решены. И там, наверное, как раз... Ты куда? Так, ну-ка. Мы допрыгнем? Допрыгнем! Надеюсь. И все. И у нас откроется еще одна дверь, через которую мы можем и сейчас пролезть. Как нехер делать? Как два пальца обоссать. Но Ларка упорно не хочет этого делать. Ну, правильная баба. Что тут скажешь? Есть дверь, значит, нужно войти по-человечески в нее. Не пролезая сквозь решетку. Что ты делаешь, блядь? Сквозь решетку. Так. Там рычаг. Но! Еще одно но. Подожди, ларчонок. Ну, дай-ка пистолет дотянется. Оп, что-то есть. На нахуй! Вот! Соответственно, сейчас... Сейчас мы... Вот, кстати, вот этот столб для чего нужен? Я что-то, если честно, не понимаю. С помощью его куда-то можно тоже залезть. Снизу? Сверху? Не знаю. Не знаю. Прыгаем. Оба, ты сразу сюда ебанула. А, так тут сразу рычаг-то. Твою мать. И все, открыта дверь-то. Так, ну-ка спускайся. Падаем. Блять. Надеюсь, ничего не покатится больше, никакого шара. Вот мы и разгадали загадочку-то. Обалдеть. Что тут за комнатенка такая? Стоп. Можно пойти сюда. А можно пойти вот сюда. Погоди. Что-то надо выбрать одно. А здесь тогда чего такое у нас? Здесь тупик, что ли, ходить? А, здесь шар был. Здесь просто был спрятан шар, который скатился вниз. Ну ладно. Идемте дальше. Надеюсь, больше такого шара не будет. Что-то нашли. Здесь покоится царь-бог Куалапек, один из триумвирата, хранителей трех частей наследия, толкователей его записей, священных правителей Атлантиды. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, надо бежать, твою же мать. Ну, на самом деле, тут уже ничем, нечему удивляться, то есть, ну, подумаешь, ну, мумия жила, да, что, блядь, динозавра завалили, нахуй, хуй знает, сколько лет назад вымершего, 65 миллионов лет назад, судя по истории, я не знаю, куда я иду, кстати, на самом деле. И... Блядь, тихо, Ларка, не падай, пожалуйста, блядь. Он, по-моему, сзади меня, да? Я даже оглядываться не хочу, если честно. Нам, наверное, надо выйти вот на ту площадку. И что-то с ней... Я, по-моему, заблудился. Нет, бегу. На ту площадку. И сейчас мы добежим до нее. И там будем драться. Будет драка.
Или не будет? Я бы нырнул к тебе, но забыл дома плавки. И почему я не удивлена? У тебя одна работа, у меня другая. Я заберу его. Надеюсь, Натла дала тебе что-нибудь получше этого ружья. Не бойся, киска. Я предпочитаю работать руками. Это только одна часть наследия. Где остальные? Погоди минутку. Я думаю. Эй! Ладно, мне все равно. Пьер наверняка уже нашел свой кусок. Пьер Дюпон? Где? Вот этого я не знаю. Ну ладно. Ты меня убедил. Черт, ты меня здорово напугала. А вот и дробовик. Теперь дело за тобой. Я не то чтобы сомневаюсь, босс. Но почему вы уверены, что она не принесет нам его сама? Лара ни за что не отдаст наследие. Она слишком поглощена его тайной, как и ее отец. А, месье Дюпон? Ну как, нашли что-нибудь? Хорошие новости, мадам. Ваши сведения оказались точны. Я установил, где находится моя часть наследия. Вуаля! Место, где она спрятана, называется... Монастырь Святого Франциска. Перу, гробница Куалапека пройдена. 2 часа 21 минута. А, это общее время прохождения. Блин, опять секретов никаких не нашли. Твою же мать. Ни одного. Ни одного. Почему, блять? Поехали дальше. Бонусы. Видеоролики, выбрать уровень, музыка, комментарии. Что-то тут еще. А где шмотки-то выбирать? Можно же выбирать шмотки, вроде бы, как бы, напяливают на Ларку. Вы хотите сохранить? Конечно, я хочу сохранить игру. Сохранение 7. Поехали дальше. Я получил новые доказательства того, что само наследие является огромным хранилищем данных, еще большим, чем Александрийская библиотека. Теперь я убежден, что если найду его, то узнаю судьбу моей любимой Амелии. О, Пьер, ну ты и неряха. И бросила, главное, сама. Нет бы хоть в костер метнула. Собор Святого Франциска. А где этот собор Святого Франциска-то находится? Правильно ведь так? Собор Святого Франциска, это парный пистолет и... Дробовик, блядь. Статистика уровня. Ну, подожди. А, это Греция, Греция. Монастырь Святого Франциска. В Греции все есть, как говорится. Ладно, пойдемте. Подожди, я выбрал. Перезарядили дробовик. А как мне обратно-то? Вот, тут оружие так выбирается. Все понял. Все понял. Пока с пистолетами походим.
Не бесконечные. А вот спад... Блять, откуда в Греции тигр, нахуй? Или это лев? Не знаю, кошка какая-то здоровая. О, бля, еще одна. Сука, в Греции все есть, блядь. Точно, нахуй. Вы явно любите больше собак, чем кошек. Натла обманывает своих партнеров, Пьер. На твоем месте я бы исчезла. Нет, мадмуазель. Мы с Натлой понимаем друг друга. Я нахожу для нее предметы, она мне щедро платит. Но вы ищете то же, что и надо. Поэтому вам не верят. Я верю своей интуиции. И вот поэтому вы всегда позади. Я профессионал, мадемуазель. Я концентрируюсь на работе, и мне платят за это. Пьер, жизнь — это не только деньги. Речь не о жизни, мадемуазель, а о бизнесе. Ваша одержимость мешает вам почувствовать разницу. Она не помешала мне найти часть наследия. А как идут твои дела? Туше. Что ж, посмотрим, чьи идеи быстрее приведут к следующей части. Но он ее не грохнул, хотя бы мог. Хотя и мог, точнее. Контрольная точка, да? Контрольная точка. Что с гуня? А, надо что-то сюда поставить. Блин, колонну передвинуть. Не, колонну, наверное, мы не передвинем. А как туда наверх-то залезть? Да хватит, блять, крутиться. Я... А, погоди, Лена. Нет, она... Сюда запрыгнем? Запрыгнем. Там клетка вроде бы, да? Ебаный рот. Тихо, не падай. Угу. Так, хорошо, а вот туда ты уже, наверное, не допрыгнешь, как я полагаю. Хотя Ларка может допрыгнуть куда угодно. Ну вот на эту залупу явно не допрыгнем. Ой, молодец какая. Здесь. Ага. Мне куда-то надо... Подожди, я... Бляха, тихо, не падай. Мне куда-то надо залезть сначала. Мне надо вот туда для начала пройти. А как это сделать-то? Это крючок? Да, слушай, это походу крючок. Тогда это все меняет. Нет, нам, наверное, надо как-то куда-то, блять. Ну-ка, пизданик сюда. Молодец. Все? Все? А, не, вон там еще зацепимся. Хорошо, зацепились. Давай сюда запрыгивай. Что? Не запрыгиваешь ты сюда? А, почему, Ларка? А как же быть-то нам? Как быть-то нам с тобой? А, может, сюда запрыгнешь? Во, молодец. Запрыгнула. Тогда мы идем вот сюда. Так. Это медуза Горгона? Очень похоже. Хорошо. Хорошо. А дальше-то куда? А дальше, наверное, вот сюда вот. Правильно? А, вон, там крючок есть, смотрите-ка. Я же говорю, блядь, там крючок, блядь! Ёбаный мудил, я кнопки перепутал, сука! Крючок, твою же мать, там был. А, подожди, я что, блядь, отсюда-то не могу, что ли, крючок-то? Крючком воспользоваться, не? Да попробую. Нет, не хочет она. Ну почему? Твою же мать, этот такой путь опять заново преодолевать. Там на той стороне тоже крючок-то есть, между прочим. Только она что-то вообще не хочет цепляться. За него. Давай. Ладно, тогда прыгаем сюда. Не падай. Прыгаем сюда, ползем не в эту сторону. Блять, уж серию пора заканчивать, твою мать. А я тут решил поход такой совершить. Давай, прыгай. Так, не падать. Не падать, Ларка. Угу.
И мы прыгаем вот сюда теперь. Есть. Обходим, 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 обходим. Оползаем, точнее. Как я, блядь, так затупанул-то, а? Сука, вот это опять же, вот я говорю. Привык от предыдущей части к расположению кнопок. К расположению кнопок другому. И все, пиздец, туплю. Так, все, сейчас зацепляемся. Да ты че, блядь, ты так бегать можешь? Хуя себе. Ничего себе. Греки были явно повернуты на небесных телах. Греки были явно повернуты на небесных телах? Они умные были, блядь, между прочим. Так, на небесных телах. Ну тут что-то есть. И? Че все потухло-то? Что? А, погоди, тут, может, загорелось? Нет. А что же сделать здесь надо? Я вообще, честно сказать, рассчитывал, что здесь будет... А может, нам пострелять надо по ним? Погоди. Ну, я попробую... Нет. Не проканало, не прокатило. Хорошо. А здесь тут что? Что это тут за хрень? Как нам ее активировать? Вот с чего. Что хочется узнать. Но вон там еще есть помещение. Пиздец. Так, ладно, давай-ка прыгай сюда. Прыгнула, да? Теперь сюда. Правда, не знаю зачем. А как нам туда залезть? Что-то надо открыть как-то. Как? Вот это ж нихера ж себе. А может быть, может быть. Ну погоди, когда я прыгай. Бляха-муха, ты молодец, что зацепилась. Я что-то прям думал, все, кобздец нам. Ларки-то пришел. Но нет, живая. Живая. О, еще живая, снова живая. Нет, здесь уже, скорее всего, мы идем вот к этой хрени. К той дверке, да? К той решетке. Но нам туда не надо. Так. Ну, я пришел туда, откуда и начал, собственно говоря. Странно. Странненько. Ну, когда сюда прыгай, давай. Вот так запрыгнула, молодец. А дальше? А дальше все. А дальше непонятно, что делать. Блять. А дальше что делать непонятно. Слушайте, что за хуйня-то, блять? Как не, может ее как-то херануть, не знаю. Как-то столкнуть. Ну, по-любому надо вот этот шар как-то столкнуть. Для того, чтобы дверь открылась. Но как-то, чтобы его столкнуть, мне надо как-то решетку открыть. Правильно? Правильно. А может быть тут просто как-нибудь зацепиться и все? Нет? А здесь вот что такое тогда? Тоже нет, не канает. Но здесь есть решетка. Это самый крючок. Крючочек не работает. К сожалению. А почему, хуй я знает. Ну, давайте, ладно, продолжим наши поиски. Затянется немного серия, это не страшно. Лишь бы разгадать. Лишь бы разгадать. Что там в этой комнатушке вот есть, меня интересует. И как туда, собственно говоря, попасть, непонятно. Непонятно вообще. И что это, блядь, за лампочки там такие были? Ну, это понятно, что как бы звезды. Ай, блин, ты здесь не цепляешься. Звезды. Имитируются. Имитируются, блядь.
Блять, там секретик, глянь-ка на. Охуеть. Нет? Нет, стоп. А как же быть? Как же нам вот этот секретик открыть тогда? Не знаю. Я, честно сказать, в ступоре, блядь, в таком легком. Куда-то залезть надо еще. А куда тут, блядь, залезешь-то? Ну, она бегает по стене, ладно, хорошо. Но бегать-то она бегает. Ну, туда-то я не запрыгну. Да здесь и все подразумевается тем, что надо вот эту решетку открыть. Картина, да? Они, наверное, тухнут, потухнут, да, сейчас? Надо это как-то быстро делать. А быстро ты это на курка... Ой, блядь, на стиках не сделаешь нихуя. А, еще один. Еще один! И хули. Надо правильный пароль нажать, да? Правильный пароль. А здесь? Вот интересно, тут не нарисованы звезды-то? Так, ну тут звезды-то какие-то вроде есть или нет? Нихера, ну-ка, что такое? Нет. Греки повернуты на звездах, она сказала. У нас таких картин несколько, правильно? Что это тут за созвездие в греческой мифологии? Хуя знает. Ну, соответственно, дураку понятно, что дверь откроется. А как? Может быть, сходить вот сюда вот? Как раз там на полу-то у нас нарисована же. Такая же. Как это назвать? Не картина? Блять. Все нахуй. Ну, они потухли, да? Может, как-то логически здесь подумать надо. Может быть. Но тут такого явного-то рисунка нет, указывающего. Блять. Указывающего нам на какую-то подсказку. Да, блять, загадочка, нахуй. Так, давай прыгай сюда. Фу, блять. Давай, давай, запрыгивай, хватит тут хакать. Как нам разгадать эту хуйню? Можно, конечно, что-нибудь там подбирать. Это будет долго, но разгадать-то можно. Но хотелось бы найти истину. Хотелось бы найти истину, как вообще в принципе. Где здесь эти подсказки? Тут что-нибудь есть? Ага, а я тебя вижу. Блять, как же нам туда залезть-то? А нам как туда залезть надо? Подсказка-то вон она. То есть три звезды, да? Три звезды. Стой, 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 не падай, блядь. Подожди, подожди. Все, нашли. Нашли, где подсказка. Но! Следующий момент. Момент какого плана? Как туда залезть-то, блядь? Нет, я за эту хуйню не могу зацепиться.
Ну ладно, сейчас попробуем еще. Нет, ну как вариант, конечно. Нет, такого варианта тут нет. Она не залезет на эту вот хрень. Не падай. Вот на эту колонну она не сможет залезть. Она не зацепится. Нет. Соответственно, как быть, блядь? Да подожди, не прыгай, блядь. Нет, она не хочет зацепляться. Ну и оттуда она, наверное, не запрыгнет. Ведь правильно, слишком как-то далековато. Вот, там три точки. То есть на руке, посередине и на ноге. Может, только три точки-то и надо разгадать? Слушай, давай попробуем. Давайте попробуем. А почему нет? Три точки. Рука, посередине и нога. Рука, посередине и нога. Вот, тут, собственно, то же самое, но там с подсказкой. Там с подсказочкой. Хорошо. Не упала. Блядь, где камера-то нахуй? Так, вот это вот рука. Сука. Посередине. Стой, стой. Так, на руке. На руке. И на ноге. А вот где на ноге что-то я вот... Нет, не это. Там по-любому что-то еще внизу есть. Блять. Так, потухло, да? Ну вот посередине это точно. Ну давайте попробуем. Блять, да что ж ты делаешь? Ты, твою ж мать, Ларка. Вот так. Я не попал? Как не попал? Я не попал. Вот это точнейший был. Так. На ноге. А вот где на ноге-то? Вот на... Вот здесь, наверное. Что-то там так плохо видно, на самом деле. И где-то еще один должен быть. Ой, блядь. Там три только видно. Ну, по логике вещей. Понятно, что их там должно быть четыре, этих точки. Зацепить объект. Че, блядь? Не надо его стянуть, короче говоря. Че? Что такое? А, здесь кольца какие-то есть. Давай, падай. Упала. А мне как упасть? Я вот туда не могу зацепиться? Нет? Нет, наверное. А может быть нам спрыгнуть вот сюда вот? Хоп. Хоп. Ну и все. Ну и все. До туда сейчас долезем, это точно. Куда ты, блин, камера где? А как же туда-то надо было залезть? Ну это я угадал. Блять, ну чисто угадал, да. Контрольная точка. Отпусти. Ну что, давайте тогда на сегодня закончим на этой контрольной точке. Уж и так, блядь, затянули. Да, бляха-муха, сложненько, сложненько. Ну я что-то понять так и не могу. Как туда залезть надо было? Непонятно. Неизвестно. Ну ладно. Если кто-нибудь знает, то подскажите. Как-то перепрыгнуть. Откуда-то надо было перепрыгнуть. Откуда, хуй знает откуда. Все. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.